Этим певица объяснила провал в 9-м выпуске песенного шоу. Сейчас Полина Гагарина находится в Китае, где представляет Россию на международной адаптации всемирно известного проекта «Голос». В ее репертуар входят не только собственные песни, но и китайские народные композиции, а также всевозможные вариации. Всего Полине предстоит выступить в 14 эпизодах, но ее участие оказалось под угрозой. Еще накануне певица пожаловалась, что ее покидают силы. На здоровье сказались постоянные стрессы, поэтому она не сразу призналась фанатам, что случилось. Поклонники полезли со своими советами, а Светлана Лобода наивно посчитала, что проблемы в шоу такого масштаба может решить сон. В итоге, Полина Гагарина призналась, что получила серьезную травму спины, из-за которой она еле передвигается. Для любого исполнителя в живых выступлениях важна опора, которая формируется, в том числе, при правильной осанке. Из-за адских болей в спине Полина Гагарина не смогла достойно исполнить китайскую песню «Озеро Байкал». Заняв всего 7-е место, это худший результат за все время, хотя девушка с ним не согласна. Однако не это важно, ведь, по словам Полины, ей с трудом даются любые движения по сцене. А красивая постановка является важным элементом любого голоса. Сейчас уже отснят 10-й эфир шоу, и фанатам остается только надеяться на лучшее. Но Полина Гагарина не спешит их радовать. Она не стала делиться всей информацией, однако полученная ею травма, вовсе не техническая, она не лечится даже лучшими мазями, что может принести Гагариной серьезные осложнения в будущем. Покидать шоу преждевременно исполнительница тоже не собирается, поэтому поклонникам остается верить, что китайский зритель сделает скидку на состояние здоровья и больше не засудит россиянку до 7-го места.